Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я рад приветствовать вас всех на дне открытых дверей Сибирского государственного университета геосистем и технологий в онлайн-формате. Сегодня в прямом эфире директора институтов познакомят вас со специальностями и направлениями СГУГИТ. Проректор по учебной и воспитательной работе расскажет об особенностях приема в 2022 году. А также вы узнаете о студенческой жизни, мероприятиях и проектах вуза. После трансляции у вас будет уникальная возможность познакомиться с преподавателями выпускающих кафедр, которые готовы рассказать вам об обучении, прохождении практик и дальнейшем трудоустройстве выпускников. Встречи пройдут на платформе Zoom. Ссылки для подключения находятся в описании сегодняшнего эфира. Также на протяжении всего эфира вы можете задавать свои вопросы представителям приемной комиссии СГУГИТ. Ну что ж, а мы начинаем наше знакомство с вузом. И для приветственного слова я приглашаю доктора технических наук, ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александра Петровича Карпика. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я очень коротко. Наш вуз уникальный. Таких вузов вообще в России два. И те специальности, которые мы преподаем, они в настоящее время очень сильно востребованы на рынке труда. Уникальная возможность нашего университета, то, что у нас сложились хорошие отношения с реальным сектором экономики. Все наши студенты в процессе обучения проходят необходимые практики, и уже на выходе, в принципе, они на счету для реального сектора экономики. Это ключевые нефтегазодобывающие компании, это компании там «Алроса», компания «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и многое-многое другое. Также, помимо этого, значит, сейчас очень большая сфера влияния наших выпускников – это военные, промышленные и военные специальности. Поэтому вуз предпринимательской направленности, вуз уникальный, вуз классный, замечательный. Создана необходимая среда для того, чтобы студент, пройдя вот эту лестницу с первого там по четвертый, либо с первого по шестой курс, мог получить все, что ему необходимо. То есть он получает знания, получает компетенции, получает спортивные навыки большие и многие-многие другие. Поэтому вуз вообще очень такой востребованный, все специальности на ура. Поэтому добро пожаловать. Мы будем рады, если вы к нам придете. И создадим для вас все необходимые, уникальные, хорошие возможности, чтобы вы были довольны. Время, которое вы затратите здесь, оно будет вообще вау. То, каким будет наше будущее завтра, зависит от тех, кого мы подготовим сегодня. Развитие страны сосредоточено в руках инженеров, инноваторов, управленцев и ученых. Именно они выбирают направление пути, а основу их выбора закладывает образование. Добро пожаловать в Сибирский государственный университет геосистем и технологий. Сегодня СГУГИТ – динамично развивающийся инновационный научно-образовательный центр мирового уровня, осуществляющий подготовку специалистов и проведение научных исследований по стратегически важным направлениям научно-технологического развития страны. Университет с его ценностями и научным потенциалом стремится быть на передовом рубеже науки и технологий. СГУГИТ – признанный лидер в России по подготовке кадров высшего образования по уникальным специальностям и направлениям в сфере геодезии и дистанционного зондирования, геоинформационных технологий, маркшейдерии, землеустройства и кадастров, картографии и геоинформатики, информационной безопасности, геоэкологии, техносферной безопасности, метрологии и оптотехники, оптического приборостроения, организации и управления наукоемкими производствами. Система непрерывного образования университета включает подготовку специалистов по программам среднего профессионального и высшего образования, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам аспирантуры и докторантуры. В структуру СГУГИТ входят три института – Институт геодезии и менеджмента, Институт кадастра и природопользования, Институт оптики и технологий информационной безопасности. Университет качественно подходит к подбору профессорско-преподавательского состава. Здесь работают более 500 преподавателей и ученых. В составе четырех научно-исследовательских институтов
17 научных школ, где ведутся передовые научные исследования и разработки в партнерстве с российскими и зарубежными экспертными сообществами. Современная материально-техническая база, инновационные образовательные программы, квалифицированные кадры и прочные контакты с ведущими компаниями России являются главной основой карьерного роста наших выпускников, которые работают во всех регионах России и за рубежом. Университет играет важную роль в международном научном и образовательном пространстве. В СГУГИТ новое поколение легко осваивает передовые технологии, строит амбициозные планы и уверенно начинает движение в мире профессионалов. СГУГИТ. Мы открыты миру. Ну а мы двигаемся дальше. В структуру СГУГИТ входят три института. Это Институт геодезии и менеджмента, Институт кадастра и природопользования и Институт оптики и технологий информационной безопасности. В Институте геодезии и менеджмента вас научат составлять карты и вычислять координаты местности. Вы будете участвовать при разработке полезных ископаемых. Подружитесь с лазерным сканером и сможете создавать мобильные приложения, словно Марк Цукерберг. А сейчас слово предоставляется директору Института геодезии и менеджмента Середовичу Сергею Владимировичу, который расскажет вам о специальностях и направлениях института. Здравствуйте, уважаемые участники Дня открытых дверей. Отдельно приветствую абитуриентов и их родителей. Меня зовут Середович Сергей Владимирович. Я являюсь директором Института геодезии и менеджмента, сокращенно ИГИМ. ИГИМ очень уникальный, достаточно крупный институт в составе университета. У нас обучается более 2000 студентов. У нас вы сможете получить образование в области геодезии, картографии, геоинформатики, маршрутического дела, экономики, менеджмента, дистанционного зондирования земли. В состав института входит 8 кафедр, 2 кафедры – это общеобразовательные, и 6 кафедр – это выпускающие кафедры. Ну, как вы понимаете, исходя из большого количества кафедр, мы предлагаем вам множество интересных образовательных программ в области геопространственных технологий. Это такие направления подготовки, как картография, геоинформатика, информационные системы и технологии, это экономика, это менеджмент. Срок обучения 4 года, также есть магистратура 2 года. И специалитет – это горное дело 5,5 лет и прикладная геодезия 5 лет. Итак, сегодня вы с нами для того, чтобы определить траекторию своего развития, определить свое будущее, определиться с профессией, возможно. И сегодня мы поможем вам в этом, максимально расскажем, покажем, особенно на встречах с заведующими кафедрами. Но в целом, если говорить про наш институт, то любой студент, мотивированный на получение знаний, и активно принимающий участие в жизни университета, принимающий активное участие в различных мероприятиях, которые проводит наш университет, наш институт, будет гарантированно трудоустроен и найдет работу после окончания вуза. Это я вам гарантирую. И вот почему. Во-первых, у нас все образовательные программы востребованы обществом. Без наших специалистов невозможно цифровая трансформация, цифровое преобразование всех секторов экономики. Второе. Материальная база у нас хорошая, то есть у нас хорошие лаборатории, хороший компьютерный класс, очень много специализированного оборудования, такое как ГНСС, приемники, лазерные сканеры, беспилотные летательные аппараты, гравиметры и так далее. У нас очень хорошие связи с научными и производственными компаниями, где студенты у нас проходят практику, учебную, производственную, и в последующем уже трудоустраиваются по окончании университета, либо на последних курсах. Кстати, хочу отметить, что только в этом году у нас поступило более 30 студентов по целевому приему на первый курс. Это те студенты, которые уже имеют рабочие места, которых ждут наши работодатели. Все программы обновляются ежегодно, мы согласуем эти программы с производственными компаниями, а также есть программы, которые дополнительно получили профессионально-общественную аккредитацию, что говорит о высоком уровне таких программ. У нас работают очень опытные преподаватели, которые имеют опыт производственной научной деятельности. Также мы приглашаем преподавателей с производством. Студенты у нас участвуют во всех мероприятиях. У нас очень много лабораторий.
Они занимаются наукой, грантами, хоздоговорными работами, могут принять участие в мероприятиях, которые проходят внутри нашего университета. А также есть возможность за счет средств университета выезжать в другие регионы, в другие вузы, в другие города и участвовать там в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Преподаватели у нас сейчас работают порядка 100 человек, и около 80% это кандидаты и доктора наук. У нас очень продвинутый университет, в котором вам будет комфортно получать современное и технологичное образование. Если вы придете к нам, то сможете работать в таких сферах, как аэрокосмическая обработка, значит, ГИС, инженерные изыскания, маршалевские работы, информационные различные технологии, беспилотные летательные аппараты. Это экономика, финансы, это моделирование различного уровня, это аналитика, также программирование, системы искусственного интеллекта, робототехника и много-много других позиций. И, конечно, сможете работать в таких крупных компаниях, как, допустим, там 2GIS, Ростелеком, Роснефть, Лукойл, Газпром, Сиботроцит, ну и много-много других компаний. Самое главное, что у нас и преподаватели, и сотрудники деканата всегда открыты, всегда готовы прийти на помощь, но в то же время требовательны в тех позициях, которые касаются качества образования. Поэтому думайте, выбирайте, решайте. И сегодня я приглашаю всех увидеться еще на площадке ГИМ в 5 часов, где мы расскажем вам уже подробно о каждой специальности, о каждом направлении подготовки, и вы сможете пообщаться с заведующими кафедр. Спасибо, ждем вас. Ну а пока вы выбираете, на какое направление подать документы, я расскажу о спортивной жизни университета. Ведь настоящие геодезисты и маркшейдеры – это сильные и выносливые специалисты. И для поддержания спортивной формы в ЗГУГИД для студентов созданы все условия. В университете есть секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике и даже лыжному спорту. Давайте прямо сейчас посмотрим видеообзор отборочного турнира по волейболу, который проходил в ЗГУГИД в рамках чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов. А мы продолжаем. И у нас на очереди Институт кадастра и природопользования. Выпускники данного института мастерски умеют решать спорные вопросы, связанные с земельными участками. Зарегистрируют всю вашу недвижимость, смогут оценить состояние почвы и воздуха, а также несут полную ответственность за безопасность трудовой деятельности на рабочем месте. Встречайте директора Института кадастра и природопользования Дубровского Алексея Викторовича. Добрый день! Я хотел бы вас познакомить с Институтом кадастра и природопользования. Сам я более чем 25 лет назад поступил в данный институт и на самом деле очень не жалею о своем выборе. Кадастр – это современная наука о земельно-имущественных отношениях. Вы все знаете в средствах массовой информации, сейчас постоянно
поднимаются вопросы о правах собственности, об объектах недвижимости, о различных ограничениях, которые накладывает наше современное законодательство на управление сложным земельно-имущественным комплексом государства. И все эти вопросы способен решить кадастровый инженер. Именно этой специальности наш институт готовит огромное количество студентов, которые находят свое применение во всей России и даже за ее пределами. У нас в институте обучается порядка 600 человек, которые получают специальность кадастровый инженер. Кадастровые инженера, они могут также работать и в государственной структуре, в структуре органов государственной власти, в Росреестре, в управлении муниципальным образованием. Кроме того, кадастровые инженеры, они могут стать даже юридическими лицами и сами зарабатывать деньги в своей частной фирме. Это очень перспективная и выгодная в настоящий момент профессия – кадастровый инженер. Также в нашем институте есть огромный пласт профессий, который посвящен экологии, рациональному использованию земельных ресурсов, природных ресурсов. И всему этому вы можете научиться, обучаясь по специальности урбоэкология и использование природных ресурсов. Данные специальности также востребованы, особенно сейчас, когда остро встает вопрос о экологическом состоянии не только крупных городов, но и планеты в целом. Поэтому неоднократно поднимаются вопросы, связанные с климатологией, с исследованием различных изменений, которые происходят в окружающей природной среде. Именно этим направлением у нас посвящена специальность урбоэкология и исследование природных ресурсов и экологическая оценка территории. Также мы занимаемся техносферной безопасностью. Все, что связано с крупными предприятиями, промышленными предприятиями, наши специалисты могут оценить различные условия работы трудового коллектива. И, в общем-то, это тоже одна из востребованных специальностей. Сейчас у нас в институте открыта новая специальность – юриспруденция. Мы готовим специалистов в сфере земельно-имущественных отношений, и все вопросы, связанные с правовым обеспечением земельно-имущественных отношений и различных действий с объектами недвижимости, правоустанавливающими различными документами, наши специалисты изучают в полной мере, и не только со стороны кадастрового инженера, но и со стороны грамотного современного юриста, они могут дать правильные консультации по всем вопросам. Поэтому приглашаю вас, уважаемые абитуриенты, поступить в наш университет на специальности, которые связаны с кадастром, которые связаны с природопользованием. Как вы уже наверняка знаете, студенческая жизнь – это не только череда лекций, сессий, зачетов. Студенты из ГУГИТ, кроме учебы, находят еще время для творчества. В университете есть вокальная, танцевальная и видеостудии. Студенты активно принимают участие в ежегодных фестивалях и конкурсах университета. Мисс и мистер с ГУГИТ, бал ректора – танцы со звездами, дебют первокурсника, интеллектуальные игры «Что, где, когда», фестиваль КВН и многое другое. А еще лучшие студенты вуза ежегодно ездят отдыхать за счет университета в Сочи, Крым, Москву и Санкт-Петербург. Давайте прямо сейчас посмотрим, как проходит одно из наших мероприятий – посвящение студенты. All I need is a little bit of hope, yeah.
Ну а теперь пришло время узнать о направлениях Института оптики и технологий информационной безопасности. Выпускники этого института не понаслышке знают, что такое конфиденциальность. Они смогут предотвратить кибератаки, осуществляют экспертизу продукции, участвуют в производстве приборов ночного видения и даже проводят испытания взрывателей. Слово предоставляется директору Института оптики и технологий информационной безопасности Шабуровой Айлите Владимировне. Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день, уважаемые родители. Позвольте мне познакомить вас с еще одним уникальным институтом, Институтом оптики и технологии информационной безопасности. Наш институт имеет 4 кафедры. Численность студентов на сегодняшний день составляет порядка 600 человек. Каждая кафедра ведет подготовку по уникальным направлениям, которые на сегодняшний день, могу со всей уверенностью сказать, востребованы на рынке труда. Кафедра фотоники и приборостроения, кафедра физики, кафедра информационной безопасности, кафедра специальных устройств, метрологии и инноватики. Кафедра фотоники и приборостроения ведет подготовку специалистов по приборостроению и оптотехнике. Выпускники этой кафедры работают во всех отраслях народного хозяйства, начиная от медицины и заканчивая производством гражданских приборов и приборов военного назначения. Выпускники кафедры информационной безопасности осуществляют информационную безопасность информации, содержащей государственную, служебную, коммерческую тайны, а также, как уже было сказано ведущим, предотвращают кибератаки. Кафедра метрологии и стандартизации ведет подготовку по направлениям боеприпасы и взрыватели, метрология и стандартизация, инноватика и управление, организация управления наукоемкими производствами. Выпускники боеприпасов и взрывателей на сегодняшний день работают как на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, так и в научно-исследовательских институтах. Занимаются проектированием, производством и эксплуатацией систем оружия и вооружения. Выпускники направления подготовки метрологии и стандартизации на сегодняшний день занимаются вопросами управления качеством на производстве, проверяют средства измерения, а также выступают регуляторами по вопросам, связанных с качеством. Выпускники направления подготовки инноватика на сегодняшний день могут со всей уверенностью сказать, что они знают, что такое инновация, как ее производить, как продвигать на рынке. Занимают такие должности на предприятиях, как менеджер по инновационным проектам, руководители по инновационному развитию. Выпускники направления подготовки организации управления наукоемкими производствами знают, как организовать производство, знают, как управлять всеми бизнес-процессами на предприятии. И еще одно уникальное направление – это направление подготовки фотоника и оптоинформатика готовит кафедра физики. Они занимаются вопросами производства и эксплуатации приборов квантовой электроники. Примером такого прибора может служить квантовый компьютер. На сегодняшний день, я повторюсь, все направления подготовки нашего института уникальны. Я вас жду на площадке Института оптики и технологий информационной безопасности. На протяжении 55 лет Институт оптики и технологий информационной безопасности ведет подготовку высококлассных специалистов. Приходите к нам учиться, и путь к успеху будет вам обеспечен. Ежегодно в СГУГИТ поступают абитуриенты не только из Новосибирска, но и из других городов и стран. И для таких поступающих университет выделяет места в общежитии. На базе вуза есть 4 студенческих общежития, в которых созданы комфортные условия для проживания. Предлагаю вам поближе познакомиться с общежитиями СГУГИТ. Иногороднего студента СГУГИТ общежитие – это второй дом, где ребята начинают самостоятельную жизнь. Студенческий городок номер 1 Сибирского государственного университета геосистем и технологий является одним из самых лучших в городе Новосибирске –
В составе городка функционируют два общежития, они коридорного типа. На каждом этаже расположены кухни и умывальные комнаты, а также в каждом здании имеется свой душ. Совсем недавно в общежитиях был произведен капитальный ремонт по специально разработанному дизайн-проекту. Комплексный подход в вопросе технического оснащения общежитий помог по-новому посмотреть студентам на проживание. В общежитии номер один студенческого городка функционирует тренажерный зал «Энергия». Каждый студент может заниматься в зале абсолютно бесплатно. Двери тренажерного зала открыты для всех, кто следит за фигурой и имеет желание поддерживать тело в тонусе. Зал оснащен современным оборудованием и тренажерами, позволяющими работать над разными группами мышц и достигать на тренировках лучших результатов. Профессиональные тренеры всегда готовы помочь и проконсультировать посетителей по поводу занятий и правильного питания. В общежитии номер два открылся буфет для проживающих в студенческом городке, а также и для всех студентов и сотрудников СГУГИТ. Помещение хоть и небольшое, но светлое и уютное. Интерьер оформлен в общей стилистике университета. Большая витрина с изобилием вкусностей сразу же бросается в глаза. Посетители здесь всегда ждут вкуснейшие блюда, салаты, пироги, свежая выпечка, а также кондитерские изделия. Продукты поставляет столовая СГУГИТ, известная своей высококачественной и аппетитной продукцией. С каждым годом администрация университета заботится о студентах, улучшая условия проживания, чтобы каждый смог ощущать комфорт и благоприятную среду, ведь студенческая жизнь в общежитии здесь веселая, яркая и насыщенная. Друзья, а сейчас пришло время узнать, какие особенности приема ждут абитуриентов в 2022 году, какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить в СГУГИТ, и каким способом можно подать документы для поступления. Об этом и многом другом вам расскажет проректор по учебной и воспитательной работе Янкелевич Светлана Сергеевна. Добрый день, уважаемые абитуриенты и уважаемые родители. Вы уже сегодня послушали много информации о том, какие у нас направления подготовки есть, как мы готовим обучающихся и где они могут применить полученные знания. И я сегодня познакомлю вас немного с особенностями приема в 2022 году. Еще раз повторюсь, что в составе нашего университета есть три института. Это Институт геодезии и менеджмента, Институт кадастра и природопользования и Институт оптики и технологий информационной безопасности. А в нашем университете ведется подготовка по 15 направлениям подготовки бакалавриата и 3 направлениям специалитета. Все программы бакалавриата у нас имеют следующий уровень образования. Это программа магистратуры. Также мы готовим кадры высшей квалификации по программам аспирантуры. И на 2022 год у нас получено 764 бюджетных места. Хочется еще раз подчеркнуть, что наши программы имеют признание не только в российском образовательном сообществе, но и 6 программ у нас получили международное признание, и 6 программ у нас прошли международную аккредитацию. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что у нас есть 3 формы образования. Это очная форма, заочная и очно-заочная форма. По всем 3 формам выделяются бюджетные места, и поэтому наш вуз всегда ждет вас в своих стенах. И еще раз прошу обратить внимание и подумать, на какую бы специальность или направление подготовки бакалавриата вы хотели бы поступить. Что ждет нового в предстоящем 2022 году? Нововведением является то, что у нас расширен перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ. И мы расширили перечень испытаний для того, чтобы вы, уважаемые абитуриенты, могли получить большую возможность выбрать то или иное направление в нашем вузе. Также новшеством является то, что у нас люди, которые закончили среднепрофессиональное образование, могут поступать
на базе профильных дисциплин. С содержанием обязательных программ, по которым принимаются экзамены, вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также еще хочется обратить внимание, кто может сдавать вместо ЕГЭ на базе среднего общего образования вступительное испытание. Даже если вы сдавали ЕГЭ, но относитесь к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, либо иностранным гражданам, вы можете смело подавать заявление и сдавать экзамены на базе внутренних испытаний наших. Еще раз обращаю внимание на то, что вы можете поступать к нам либо на базе ЕГЭ, либо по внутренним испытаниям. Всю информацию более подробную вы можете найти на нашем сайте. И в том числе на нашем сайте вы можете найти перечень всех документов, которые необходимы для того, чтобы подать документы для поступления в ВУЗ. И также все формы, варианты подачи заявления. Это прийти лично, это воспользоваться услугами Почты России, воспользоваться сервисом «Поступи онлайн», а также личным кабинетом абитуриента СГУГИТ на нашем сайте. Еще раз желаю вам определиться с выбором и ждем вас в наших стенах. Кроме высшего образования, в СГУГИТ также можно получить среднее профессиональное образование. В университете есть Новосибирский техникум геодезии и картографии. И принимают туда на обучение после 9 или 11 классов. В техникуме ведется подготовка по различным специальностям. Картография, землеустройство, прикладная геодезия и аэрофотогеодезия. Ежегодно студенты техникума становятся победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia по компетенции геодезия», что говорит о высокой подготовке будущих специалистов. Предлагаю вам поближе познакомиться с нашим техникумом. В апреле 1944 года Новосибирское топографическое училище было преобразовано в Новосибирский топографический техникум. В 1992 году он был переименован в техникум геодезии и картографии. Ныне техникум является подразделением Сибирского государственного университета геосистем и технологий. На сегодняшний день техникум готовит кадры по следующим специальностям: аэрофотогеодезия, землеустройство, картография, прикладная геодезия. Наше учреждение оснащено современными геодезическими приборами, учебными кабинетами, лабораториями, компьютерными классами, библиотекой. Недавно свои двери после ремонта распахнуло современное уютное кафе для преподавателей и студентов. Во дворе учебного корпуса в 2018 году появился стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. Обучающиеся используют его и для практических занятий по специальностям. С 2015 года техникум является региональной площадкой Новосибирской области для проведения соревнований WorldSkills Russia. Высококвалифицированный административно-преподавательский состав имеет огромнейший опыт в сфере деятельности, соответствующие реализуемым образовательным программам, что является залогом качества подготовки специалистов и их востребованности в реальном секторе экономики. Обучение в Новосибирском техникуме геодезии и картографии – это не только получение редких и уникальных профессий, а также активное участие в его общественной и культурно-массовой жизни. Студенты реализуют волонтерские проекты,
участвуют в патриотических акциях и работе стройотрядов, играют в КВН, а также побеждают в вокальных и хореографических конкурсах. Жизнь в техникуме всегда насыщена яркими и значимыми событиями. В январе 2019 года наш техникум прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. В нашем стиле прививать обучающимся стремление к успехам и победам. Один из примеров – это первое место и полная победа наших студентов в конкурсе молодых специалистов WorldSkills Russia по Новосибирской области в компетенции R60 геодезия и R60 геодезия юниоры в 2018 и в 2019 году. Студенты постоянно пополняют нашу копилку наград за профессиональные, спортивные и творческие достижения. Наша активная жизненная позиция и стремление дать обучающимся самое лучшее повысило рейтинг нашего учреждения и вывело его в топ лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования в городе. С уверенностью можно сказать, что Новосибирский техникум геодезии и картографии сегодня – это 75 лет успеха. А теперь немного о разработках вуза. ГУГИТ активно реализует различные проекты. Это формирование современной информационной модели земельно-имущественных отношений на примере мегаполиса. Разработки в области анализа данных. Также вуз занимается исследованием и совершенствованием процесса использования беспилотных летательных аппаратов для лесных массивов. Проводит разработки в области робототехники. А также, поступив в СГУГИТ, тебя ждет научная, творческая, спортивная и яркая студенческая жизнь. А я предлагаю посмотреть, чем же живут студенты СГУГИТ. Жизнь студентов СГУГИТ проходит весело не только в общежитии, но и в стенах нашего университета. В нашем университете очень много различных мероприятий. Сама я лично принимала участие много раз, много где. И самым запоминающимся для меня было это «Мисс и мистер СГУГИТ». А вообще тема самого конкурса – это красота и таланты. Сам конкурс перед своим началом проводил всегда кастинг. Все участники, прошедшие успешно кастинг, на протяжении 2 месяцев проходили подготовку к самому заключительному шоу. Это концертная программа, где мы показывали дефиле, показывали конкурс талантов и в итоге выбирали уже победителей. На протяжении этой подготовки мы учились ходить, мы учились разговаривать, мы учились готовить, кушать. Мы учились краситься, мальчики учились со своей стороны мужским штучкам. Было очень много интересного, но самое главное, мы многие смогли побороть свой страх, свои комплексы. Сейчас много кого увидев в университете после прохождения этого конкурса, люди не узнают, потому что человек меняется. Девочки становятся более женственные, мальчики становятся мужественнее. Есть несколько категорий победителей. Самый главный – это мисс и мистер СГУГИТ, которые получают контракт с Elite Stars, это школа моделей. На протяжении года они проходят обучение, участвуют в кастингах, в походах, показах, путешествуют по стране. Да. Все участники получают не только памятные призы, приятные эмоции, но и после этого конкурса они полностью меняются, они выходят с конкурса уже другими людьми. В нашем университете, в СГУГИТе, есть профком студентов. В этот профком студентов очень просто попасть, потому что ты можешь просто заполнить анкету, тебе выдается профсоюзный билет, который подтверждает то, что ты член профсоюзной организации. Профком защищает права студента. То есть, если возникают какие-то проблемы с общежитием или проблемы с учебой, профком всегда готов защитить и поддержать студента в любой сложившейся проблеме. Помимо всего прочего, профсоюз организовывает крупномасштабные мероприятия. Например, это посвящение в студенты, это дебют первокурсника, это мисс и мистер СГУГИТ, это
это бал ректора. Для всех иногородних студентов, для абитуриентов, которые поступили в наш университет, профсоюз организовывает экскурсию по городу Новосибирск, для того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями, для того, чтобы показать студентам, как живет Новосибирск, для того, чтобы ребята как-то вошли в эту новую студенческую жизнь. Самым ярким и запоминающимся для меня и для многих студентов в нашем университете является посвящение в первокурсники. Это мероприятие особенное, потому что благодаря нему ребята становятся чуть ближе друг к другу, они становятся друзьями, они поддерживают друг друга, и это момент командообразования. Наш университет дает очень классную возможность попутешествовать, то есть мы не только учимся, мы бываем в разных уголках страны. Таким образом, сама я лично побывала дважды в Москве. Я бывала на форумах, один из которых был просто лагерь, московский лагерь, в котором мы не только учились, но и классно проводили время. Помимо форумов, есть такой приятный бонус от университета — это выезды на курорты. То есть наши студенты за определенные заслуги отправляются в курорты Белокурихи, в Крым, в Сочи, но также посещают Москву и Санкт-Петербург. Я ни разу не пожалела на самом деле, что я выбрала СГУГИТ, потому что та студенческая жизнь, которая здесь протекает, я уверена, я бы не нашла ее в других университетах. В нашем университете отдельную роль уделяют развитию спорта. В частности, это создание различных секций спортивных, проведение мероприятий, связанных со спортом. Безусловно, отдельное внимание уделено таким популярным видам спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Лично я для себя выбрал такой спорт, как волейбол. Всего в стенах нашего университета занимаются две команды СГУГИТ по волейболу. Это женская сборная и мужская сборная. В общей сложности порядка 40 человек. Большинство из этих ребят уже очень опытные игроки. Но ежегодно среди первокурсников мы проводим отборы и забираем лучших себе в команду. Наша команда принимает участие на соревнованиях различного уровня, начиная от студенческих чемпионатов среди вузов города Новосибирска и заканчивая всероссийскими первенствами. Наверное, самым запоминающимся спортивным мероприятием в моей жизни был фестиваль студенческих спортивных клубов в городе Казань, который проводился в 2019 году. Среди 24 команд со всей России наша команда заняла достойное место и вошла в пятерку лучших сборных клубов по волейболу. Для людей, которые заинтересованы в спортивной жизни, наш университет предоставляет множество преимуществ. Например, это повышенные стипендии, которые может получать любой обучающийся за высокие показатели в спортивной деятельности. Кроме того, это поездки на отдых за счет средств университета по различным городам России. Любой желающий может попасть к нам в команду и стать частью не только сборной, но и целой семьи. Друзья, а наш эфир подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся, ведь вас еще ждет встреча в Зуме с представителями кафедр, где вы можете задать любой вопрос по обучению и дальнейшему трудоустройству. Ссылки для подключения находятся в описании нашего эфира. Спасибо, что сегодня были с нами. Ждем вас в качестве первокурсников СГУГИТ.